Приятная новость для водителей. Постановлением правительства Российской Федерации внесены изменения в правила замены водительских удостоверений. Теперь при потере или порче документа, а также смене фамилии или получении международного водительского удостоверения, новое вам выдадут, не потребовав справку о прохождении медицинской комиссии. А чтобы максимально облегчить процесс замены прав и сэкономить время, можно воспользоваться порталом госуслуг. Записаться на точное время, дату, где будет заявка рассмотрена и назначено время оказания госуслуг. Также в подразделении ГИБДД установлен терминал электронной очереди. Так вы можете прийти, записаться. Это облегчает подачу заявлений, обращений в подразделение. И время, экономия времени, нахождение в очередях. Обойти закон не удастся. Срок действия вновь выданного водительского удостоверения будет совпадать с датами действия документов, требующих замены. А значит, что тем автолюбителям, которым надо поменять удостоверение по причине окончания срока действия, необходимо следовать старой схеме – предоставлять в ГАИ медицинскую справку.